приветики, пистолетики, мои сладкие, классные котики, котятки. Продолжаем мы с вами играть в рубрику упоротых игр. Да, на очереди игра у нас Brain Love, если я не ошибаюсь. Как он может заставить ее улыбнуться? Конечно же, ей нужны денежки, да? С ее кармана. Понятно. Давай дальше. Что у нас? Помочь котеночку? Нужно попить. Чего? Помыть его. Он будет пушистым. Ребят, не забывайте ставить большущий пальцерик, если вам понравится. И мы, конечно же, продолжим эту игру. Подписывайтесь также обязательно на канал, если тут привет, чтобы ничего больше не пропускать, сделать большим смыслом. Локализация здесь, конечно, хромает, согласитесь. Кто самый самозванец? Конечно, да, вот это название, вот это вопросник, согласитесь. Так, ну это, конечно же, амонгасики, нужно его зарубить, и тогда мы узнаем, что он предатель. Замечательно, вот это я сказал. Сделать это правильно. Что же мы сделаем правильно? Так, нужно стереть. Ага, а что они в одежде купаются, ребят, посмотрите. Купаются в одежде. Девчонки. А, нет, не в одежде. Сохранить русалку, конечно, да. Кто это придумывал? Опа! И упала на землю эта акула. Замечательная. Игра, конечно, немножечко необычная своим наполнением, если вы понимаете, о чем я. Да, парню налили пивалды, и он, конечно, с радостью это выпил. Так, помочь им становить огонь. Ну, тут что-то более-менее, да, похоже на правду. Здесь нужно оборванный шланг соединить, и тогда мы потушим горячую школу, или что там было. Нажми на собачку, чтобы составить Чимс счастливым. Оп, 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 оп. Шишечка растет у парня. Да, ладно, вот так вот рубануть. Идем дальше. Что у нас теперь? Так, специальный уровень. Что? Дополни пивными кеглями. Что? Соответствовать ему с кем-то. Ага, в общем, парень у нас ищет девушку на сайте знакомств. Но, естественно, наверное, это ему понравится. Нет? Может быть, это? Нет? Ну, я думаю, вряд ли это. Вот это. Вот, может быть, это... Нет. Это нет. Это точно нет. Ну, ну не знаю. Это? Да ну ты сумасшедший. Чего, вот это у него подборочка, конечно. Решите вопрос. Так, ага, ну понятно, нужно добавить арбузов, я так понимаю, да? Ну, замечательно. Вот это игра. Вот это игра. Четко. Вот это контент. Nice. Да, вот это Райли ты нашел. Что ты нам подсунул вообще, Райли? Что ты нам подсунул? Это вообще постыдное дело. Потерять немного веса. Ёлки-палки, да. Когда приходишь к врачу, нужно взвеситься. Да, нужно снять, конечно, свою верхнюю одежду и стать на весы. Ну да, это вообще, конечно, позорище еще то, вот что сейчас нам показывают. Если честно, мне не особо это нравится. Ну, игра необычная своим содержанием. Разблокировать телефон. Так, нужно снять масочку. Надо снять масочку. Ага. Опачки. Вот это да, вот что у него стоит на главном экране. Какой же изощуга. Вырезать арбуз. А, вот этот парень известный, который в ТикТоке, когда началась пандемия, начал делать лайфхаки. И из-за этого стал очень сильно популярным. Так, сделать легендарный момент. Нужно вставить в розеточку и запустить вентилятор. Так, да? Получай. А, вот оф, опана, да, это Мерлин Монро, если я не ошибаюсь. Вроде она. Кто из них настоящая собака? Да, конечно, тут выбор очень и очень трудный. Нет, нет, нужно по попке шлепнуть. Чтобы узнать, какая собачка. Да, и тогда она оживет, естественно, хвостиком помажет. Соедините солнцезащитный крем. Ага, примените точнее. Так, ого, чтоб не обгорело. Да, конечно, да, тут много-много она продержалась на солнышке и, конечно же, обгорела. Защитите ее от вируса. Так, нужно масочку, да, надеть, получается. Ну, тут вот что-то мне не... А, во, все-все-все. Я думал, нужно сидеть, затирать ей лицо, чтобы появилась маска. Тут достаточно соединить две линии. Помогите красным, чтобы выиграть. Замечательно, тут локализация. Так, нужно девочку, наверное, поднять, да? Подняли, переместили, и он, конечно, на своих адреналиновых парах. Ух, к ней прибежал. Групповые карты в парах. Ага, оп, опа, с первого раза. Нет, не с первого раза. Оп, 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 оп. Вот это да, вот это карточки, понятно. Бам! Помочь им найти укрытие от дождя. Ага, вот она у нас бэха. Ага, нужно повернуть, и они спрячутся в этой бэхе. Замечательно, от дождя. Классно. Соответствовать тени. Не, ну, конечно, нужно каждую девушку поставить
по ее тени соответствующие. Так, вот это сюда, это сюда, это сюда. Все гениально. Все гениально просто. Давай дальше. Что у нас теперь? Какой наряд подходит лучше всего? Естественно, вот это платье ей подходит лучше, чем все остальные. Гениально, замечательно, прекрасно. Сделайте свою мечту сбываться. Ну, наверное, ей нужно привести в реальность, чтобы они с ней пообщались. Чё? Он с ней пообщался. Они с ней. Кто они? Кто мы? Кто мы-то? Что она прячется? Что она прячется? Ядрит колотить. Она спрятала украшение у себя под платьем. Жесть. Воровка, наверное, какая-то. Вернуть правду. Ага, вот, вот, вот. Да, собачка. А чё не её фоткают вообще? Что с собачкой? Ёлки-моталки. Так, специальный уровень. Хе-хе. Заставить мечтать ее сбыться. А, заставить ее мечтать сбыться. Давайте сделаем. Так, нужно стереть, получается. Так, нужно стереть пыль, грязь с лампы Аладдина. И тогда мы сможем загадать желание. Опа, Аладдинчик вылезает. Что ты хочешь? Она хочет миллионы долларов. Понятно, вот это да. За деньги все сделаешь, да? Найди золотой топор. Ага, нужно опустить топор в это озеро, и появляется девушка с золотым топором. Гениально просто! Уничтожить доказательства. Так, нужно мыльцем потом это все стереть, и помады губной не будет с рубашки. Вот это лайфхак, вот это чудеса. Искать сумку. Так, помада, вот она. Так, и что-то я нажал телефон, и расческа. Вот, все это в сумке у нее, и это, естественно, мы нашли. Давай дальше, ремонт кукла. Гениально. Так, шестеренка вот это сюда, эта шестеренка сюда, эта шестеренка сюда, а это сюда. И появляется у нас... Вот это у нас страшилка, да, вот укекаешься, если честно. Каждый раз, когда на нее посмотришь, я выбежал из ткани. Что? Вот, ребят, вот прочитав задание, вы действительно понимаете, о чем? Выбежав из ткани. Ага, она подтирается... Деньгами? Замечательно. Вернуть его к жизни. Так, парень. Парень, живи! Живи, парень! Живи, Вася, живи, мы тебя реанимируем! Все, ты будешь жить, слава богу. Так, сортировать чашку. Все, понял. Так, это сюда, синенький к синикам, желтенький к желтеньким. Красненький к красненьким. Я перепутал красный с желтым. Дальтоник получается. Соберите пазл. Ага. Так, это у нас... Это из Бравл Старс, да? Наверное, да? Кто это? Что это за персонаж, ребят? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Интересно узнать будет. Поймать мошенника. Ага! Так. Все понятно. Все понятно. Все ясно. Все улики найдены. Мы раскрыли мошенника. Потрясающе. Так. Камень, ножницы, бумага. Опачки! Я так понимаю, сейчас у нас будет игра. В комоцины, я так понимаю, они что, на раздевание? Что? Что? Ладно, давайте выберем. Так, ладошечку. Опачки. Она проиграла! Найс. Опачки. Вот это да! Так, хорошо, теперь давайте ножницы. Опа-на. Теперь она проиграла. Так, а теперь давайте выберем камень. Попробуем. Опа. Повезло. Опачки. Nice. Продолжение мы пропускаем, я так понимаю. Спаси ее. Так, а как... А, ага, а, вот это да, вот это уровень, вот это да. Вот это класс, конечно. Накинула свою футболку на его голову и тем самым себя спасла. Где ее любовник? Его любовник. Что? Это что за... А, нужно подвинуть, все, я понял. Появилась девочка, где его любовник? Что? Любовник? Что? Найди разницу. Так, что у нас здесь? Ага, хлеб. Разница. Так, в шпильке. И... А, это... А, я вообще не просто нажал на виноград, думал, сейчас попадет. Да, на самом деле в винограде. Тут несколько виноградинок не хватает. Какой из них настоящий вампир? Так, А, ага, нужно шторку подвинуть, и тогда он превратится. Они же боятся солнца, да? Классно. Давайте дальше. Что у нас теперь? Где моя вода? Ага. Ага. А, все, нужно русалочке дать водички, и тогда она будет жить.
Такая вот упоротая игра, ребят, согласитесь, лайк, ребят, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего больше не пропускать, рассказывайте друзьям, если вам понравится, то, естественно, мы продолжим, дойдем до самого конца, а уровней здесь, конечно, сотни. Ставьте лайки, и серия не заставит себя долго ждать, жмите на вот эту штучку, чтобы подписаться, посмотрите вот эти видосы, это специально для вас, а это еще одно видео по упоротой игре, которое я для вас выберу, тыкайте, ребят, вы не пожалеете, вам понравится, а с вами, как всегда, я, Арай. Здоровья, ребят, вам счастья, успехов, всего самого наилучшего, берегите обязательно себя и своих близких, будьте счастливы и будьте, конечно, здоровы, и увидимся уже в новых видео, пока!